Теперь участницы мегафестиваля Корпефест смогут на бесплатной основе реализовать свой товар в центре Анагатагзым. Отметим, в фестивале приняли участие порядка 400 актюбинок. В торжественном открытии выставки продажи принял участие глава региона Ондасын Уразалин. Он отметил, данный социальный проект помог многодетным матерям и малообеспеченным женщинам начать собственное дело. И сегодня для них создана специальная площадка. Я очень рад, что данный проект объединил столько актюбинских матерей. Сегодня для вас создана площадка, благодаря которой вы сможете продать свои уникальные изделия. Я думаю, это будет не просто торговая площадка, а дом, куда вы сможете прийти за советом, пообщаться друг с другом. В настоящее время в Казахстане создаются все условия по возрождению национальных ремесел, развитию женского предпринимательства в регионе. Со своей стороны мы поддержим все начинания и идеи наших женщин. На открытии были представлены уникальные работы – корпе, подушки, одеяло. К слову, продавать свои изделия женщины смогут на постоянной основе без арендной платы. Со слов организатора фестиваля, это большая возможность для многодетных матерей заработать, не выходя из дома. Везде в регионах я очень прошу акимов дать бесплатную площадку. Потому что самое сложное для этих женщин – это реализация. То есть они у себя в очаге это готовят, у себя дома. А дальше реализация. Вот это вот самый сложный момент. И я везде всех акимов прошу – дайте площадку, дайте площадку. Но я благодарна вашему акиму, он быстро создал. Смотрите, какая красота здесь. Да здесь статус женщин, вот их уровень намного выше будет. Это же не барахолка, это не базар. Вы представляете, это огромный центр, посвященный матери великих степей. Отметим, каждый желающий сможет приобрести понравившиеся изделия. Подобная площадка также действует в городе Атырау. Анастасия Евсеева, Жанадиль Сагиев, телеканал Актюбе.